И все сцены. Ребята, я не поняла, что это за цирк? Это не цирк, это театр. А это наш номер на Лигу смеха. По-моему, очень бодренько, да? Слушай, ну взбодрил так взбодрил, но Лига смеха... Не сдавайтесь. Я прошу прощения, Лига смеха, это же вроде шутки, весело, приколы. Ну, вообще-то шутки были. Илья, выходи. Он из спектакля встает, господи, справа. А тут стол по центру! Ну ты даешь просто, я не понимаю, давай! Не смешно. Женщина, вы вообще кто? Слушай, ну во-первых, я девушка, а во-вторых, я человек в адекватной одежде. Есть еще... Ну что, у тебя он вообще конфеты на голове. Есть еще одна для вас приятная новость. Я еще ваш тренер. Подержи сумочку, пожалуйста. Меня зовут Карина Смирницкая. Я артистка Днепропетровской областной филармонии. Я лауреат международных конкурсов... Рот прикрой. Тихо, заело, подожди. Тебе все понятно? Вопросы есть? Вопросов масса. А кто из вас теперь главный? Я! Все? Поняла? Вопросов нет? Я! Я! Нет! Я! Нет! Я! Нет! Я! Нет! Я! Я главная! Хорошо! Ты сейчас стройся! Так, ребята, вам всего надо научить еще, да? О, господи! Милая моя, ты же понимаешь, на сцене жвачку жевать это как минимум неприлично. Господи. Так, хорошо, поехали. Девочки, что на вас надето? Снимите, Версачи, Габбана. Second hand. Господи, лучше я не спрашиваю. Так, а то у нас кто? Тот жирный мальчик. Слушай, ну о волосах это понятно, но если ты тот толстый мальчик в спектакле, почему ты не толстый? Ну, у каждого свое восприятие. Тут не поспоришь. Хорошо, Здоров, что такое? Так, что происходит? Я не поняла. Слушайте, это ваш сельский юмор, я просто не понимаю. Так, стоп! Тихо. А ты, я так понимаю, Шерлок. Хорошо, пойдем. Смотри, ты ж типа гениальный сыщик, да? В общем, найди нам поди шуточек побольше, нормальных только, хорошо? Не вот этот сельский юмор. Ребята, что за роль? Роль бомжи. Что вот это на вас? Пожалуйста. Так, это наша одежда. Мы костюмы не одеваем. Вы что, приехали в этом? Простите, я говорю. Так, ну хватит нас унижать. Слушай, я еще не начинала. Стань в строй вообще. Так, хорошо, ребята, у нас очень мало времени. Нужно. Так, показывайте, что вы там приготовили. Мы ничего не готовили. У нас только спектакль. В смысле, у нас Лига смеха, я не понимаю. Лига смеха, это ж конкурс. Ну, конкурс. Ну, а мы с этим спектаклем столько конкурсов выиграли. Тут-то. Слушайте, на самом деле мало времени, давайте уже. Давайте, показывайте вот этот ваш спектакль. Переодеться. Слушайте, нету времени, прямо сейчас, поехали.
Итак, представьте себе, 2 часа ночи, лагерь, 1-й корпус. Маша, ты где? Маша, Маша, сейчас, секунду. Девочки, вы вообще нормальные? Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. В чем причина веселья? Тут такое дело. Просто мы весь лагерь купили фестивалики, а оказалось, что на мыльные пузыри. Девочки, быстрее спать. 2 часа ночи. Завтра зарядка в 7 утра. Извините. Можно один вопросик? Можно, быстрее. Ольга Игоревна, почему вы так странно одеты? Девочки, я так живу. Нет, ну Карина, ну как? Ну вот как я в этом буду показывать Ольгу Игоревну? Ну что, ну ладно, еще пиджак, ну она же без шляпы, ну как? Слушай, ну если у вас нету, что показать про Лигу Смеха, давайте покажите про театр. Ну ладно, давайте про театр. Как обычно получается в нашей жизни, спасибо, не всегда есть главные роли на всех актеров, поэтому наша ситуация именно о том, как актер второй роли немножко заскучал. Класс. 6 лет в театральной студии. Леденец. Мама будет довольна. С подружками придет на спектакль, нарядится, а сын ее леденец. Слушай, давай быстрее. Реально, давай быстрее. Открывай. Да ну, блин, мы 6 часов репетируем. Ты 6 часов шоколад жрешь. Быстрее. Открывай, говорю. Вау, билет, круто, шоколадку дай шоколадку. Так, я сейчас тебе этим леденцом шоколадку дай. Нет, достали. Странное какое-то. Давайте репетировать дальше. Стоп! А как же мы будем репетировать без леденца? Опять сорвал концерт. Ну все, ребят, расходимся. Подождите, я штрудки нашел. Может, ты в театре с нами хочешь выступать? Очень презентабельная роль, кстати. Давайте. Будешь леденцом? Ой, моя мама будет довольна. В нашем лагере может происходить все, что угодно. И даже известное телевизионное шоу. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Эктор Браво. И это мастер-шеф профессионалы в железном порту. Профессионалы в железном порту. Уже смешно, правда? Итак, сегодня у нас три гостя. Первый представляет французскую кухню. Шампу де Поль. Шеф-повар 5-звездочного ресторана. Здравствуйте. Бонжур, здравствуйте. Второй гость, естественно, представляет итальянскую кухню. Шеф-повар итальянского ресторана Густо Браво. Здравствуйте, Густо. Ну и куда же без главного шеф-повара пансионата Кристалл Зинаиды. Встречайте Зинаиду. Зинаида, у нас можно себе не хлопать, у нас зрители. Я себе не хлопаю, я комарова гоняю.
Ну что ж, ладно, ладно. Итак, первое блюдо, которое вы просили приготовить наших поваров, это был салат. Салат. Густо, густо. Какой салат приготовить вы? Какой? Салат Цезарь под горчичным соусом и с присыпкой из пармезана. Отлично, отлично. А вы что, приготовили шампу? Оливье с мидиями и вместо колбасы нарезать королевская креветка. Прекрасно, прекрасно. Нарезать королевская креветка. Порезать просто прекрасно. А вы что порезать? Что вы порезать? Змеи, да? Я палец порезала. Нет, салат, салат. Овощи. Да-да-да. Огурок и помидор. Нет, ну подождите, салат, нужна заправка, приправы, ну салат же у нас, салат. Ты что, тупый? Я кажу огурок, помидор, тарелку, салат. Подожди, якщо я буду добра з утра, я тобі петрушечки положу. Так, ну что ж, ладно, давайте продолжим, продолжим. Второе блюдо, второе блюдо. Мы попросили приготовить наших поваров второе блюдо. Что вы приготовили, Густа? Что, что, что? Конечно же, это паста болоньезе. Прекрасно, прекрасно. А вы что, приготовить шампу? Я рататую в винном соусе. В винном соусе, в винном соусе. Просто прекрасно. А что вы приготовить, Зинаида? О, картошка варена, картошка жарена, картошка печена, картошка тушена, картошка под винным соусом и, внимание, суп с картошкой и макаронами. Зрели? Вы не оладьи. Ладно, ладно. Третье блюдо, которое мы просили приготовить, это напитки, напитки. Что вы приготовили? Густолокные напитки. Безалкогольно пино коладу. Прекрасно, прекрасно. А вы что приготовили? Шампу? Просто великолепно. А что вы приготовили, Зинаида? Чай. Что? Подождите, подождите, забыла сказать. То, что у нас после мохито остается приятное мятное послевкусие. У нас у детей после лагеря остается после сладкого чая приятный диабет. А подожди, подожди, подожди. Сейчас тебе такую шутку расскажу. Вчера кто-то разлил на пол чай, якийсь мальчик встал в той чай, прилив. Мы его два часа вытягиваем, вытягиваем, а он не вытягивается. Какой ужас. Ну что ж, а на десерт мы попросили приготовить десерт. Десерт. Что же вы приготовили, Густа? Какой десерт? На десерт. О, а где продукты, продукты для десерта? Сливки и малиновый соус. Прекрасно. И что же вы с ними сделали? Сливочную панакоту под малиновым соусом. Прекрасно, прекрасно. А вы какие продукты приготовили? Шампур. Тесто и шоколад. И что вы с ними сделали? Шоколадный круассан. Ну, ну просто прекрасно, прекрасно. А что, какие продукты вы приготовили, Зинаида? Сливу. Подождите, а что вы с ней сделали? Помыла. Ну, подождите, и что, теперь эту сливу можно вот так вот просто взять и съесть? Не-не-не-не, ты, сынок, подожди, она зеленая. 4 дня подождешь? Тільки тоді їж. Що ж, ладно. По-моєму, пора підводити якісь ітоги нашого батла. І так, що ж, побіжає в нашому кулінарному батлі Зинаїда. Встрічайте, 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 встрічайте. А потому что Зинаїда положила мені дополнительну булочку на ужин. Повідно. Повідно. Слушайте, ребята, ну вы реально показали класс. Я беру свои слова обратно, вы реально профессионалы, я приглашаю вас к себе в филармонию. Конечно же, простите, но... Что с микрофоном? У нас есть свои планы, которые мы еще хотим осуществить. Очень жаль. Ну что ж, а нам осталось что? Только спеть песню и станцевать. Поехали! Заряжай выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Заряжай, выше заряжай, выше облаков паруса, выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим вас, просто так отпускай. Полетая снова в небеса, просто нам так надо, так давай. Все
Слушайте, ну а для вас выступал театрально-эстрадный коллектив «Лицедеи». Ну, Илюша, который опять потерялся немножко. Да, Илюша, давай, давай, ты должен был быть в центре. Нет, 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 никуда не уходим. Мальчик аплодирует, громкие аплодисменты для вас. Ребят, выдыхайте, все уже прошло. Выдыхайте, все круто, молодцы. Так, давайте оценки от наших тренеров. Единогласно. Молодцы, это максимум. Мы провожаем за кулисы, точнее, в зал, смотрите и...